Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале с Михалычем. Зовут меня Сергей Михайлович. Вот второй день у нас рыбалки неудачные, блядь. Ни одной поклевки. Переночевали в балке. Не засняли, правда, его. Экстремальный спуск. Ну ладно, продолжим потом. Вот такое место, прекрасное место. Вот Паша луночку продолбил. Сейчас попробуем поймать что-нибудь, но навряд ли. Вчера ни одной поклевки не было на этом прекрасном месте. Вот там вот, вот домик вдали, где мы ночевали. Такое вот местечко, такой заливчик или не заливчик. Что, замерзла удочка? Вот так вот. Вчера вообще тепло было. Лунки даже не замерзли, вчерашние наши. А рыбы ни одной малявки не клюнуло даже. Поморцево, деревня Поморцево. Спускаемся на речку. Летний домик построенный рыбаком. Давай, сейчас поедем, он полетит. Вот он, видишь? Вот он, смотри. Ага, сейчас будем как. Вдали. Вот там народу.
бежит справа. Малая белая. Лучше бы на реке, наверное, мы рыбачили, да что-нибудь все равно поймали. Вот такие дороги. Деревня Лохова. Переправу. От этой области ничуть пьяный. А листья будут так кружить. Место высадки пассажиров. И не забыв про все на свете. Потянем руки их ловить. Вот она, переправа, оказывается, где мы ехали. Какая осень в лагере. Заборы построили. Пускай лежат еще неделю. Вот паром стоит на приколе. Она пришла не в наказание. Нам это осень словно мать. Не краткосрочное свидание. Мацу бульдозер. Вот такая вот стройка века. А где-то вместе подорвушек. Через белую мост. Остынет зона от жары. Стройка моста. Подъезжаем к поселку Мишелевка. Раньше здесь был Айтинский фарфоровый завод, еще с царских времен. В советское время работал. Перестройку закупили, закрыли. Какие сервизы производили, сувенирили. Матушка. Перестроились. Все похерили. Все путнее, что было испокон веков. Направо на курорт дорога пошла. Был курорт. Там ЦДС, антенны торчат, центр дальней связи.